Так, это Мишутка на Дерибасе. Это Мишутка на Дерибасе. Да, сегодня достаточно прохладно. Сегодня 2 сентября. Сегодня день города Одессы на Дерибасовской. Но достаточно все красиво выглядит. Вот такой замечательный закат. Да. Вощпиясь. И мы идем сейчас в гущу гущ съестного и питного. Мы будем пить водка и перекусывать кости. А вот здесь. Вот здесь будет. Это не рай еды, а рай канцерогенно. В мире, где кружится снег шайбо, где моря грозят крутой волной, где порогу добрую, привет, привет. Да. Вау! Вот сейчас мы все это будем потреблять. Весь этот кайф. Весь этот, Вася, кайф я сейчас буду потреблять. А, точно. Я же не пью. Водка, пиво, водка, пиво, под конец корпоратива. Ну что, сладкое? Да, варианты разные, все перекусывают. А я буду пережевывать. Все в свете, в свете. Что? Кто-то водку не допил. Да. Ой, там смотри, там тоже какой-то праздник. А идем туда, подойдем и вернемся. По-моему, там у них Хари Кришна, Хари Рама. Все ясно. Так. Реновация. Реновация. Ist sie renoviert? Na ja. Зай, ну что? Давай определяться уже, что мы, где мы, как мы, кто мы. Очень много предложений всяких вкусных. И мы думаем, с какого бы себе начать его. Если мы сядем здесь, мы будем очень сильно вонять. Да, и там тоже очень будет сильно вонять и будет очень дуть. Так, ну что сладкое, что мы определяем для себя, а? Ой, смотри, вот эти штуки. О,
Смотри, давай. Это настоящая пухлава. Да, давай, знаешь, как сделаем? Давай, короче, я бухну, поем, а потом мы, короче, с чайком поедим этой пахлавы. Давай? Ну, почему нет? Давай, пойдем там. Давай. Еда. Ты не хочешь пахлавы? Шашлык? Нет, не шашлык, пахлавы. Конечно. Не то, что было на пляже, это вообще было. Ну да. Ну что, идем туда. Все, да. Да. Зёзя. А, смотри какой. Кролик. Это зайчик. Або заяц. Заяц.